оставляет шайбу. Его атаки, что и делает там улиточка. И дальше попросили его расстаться с этой шайбой. Светлаков. Выход один на один. Гол! Светлаков ставит точку в этой встрече. Йенсен настаивает на том, что на нем были правила нарушены. И не ожидая ничего, сразу уходит в раздевалку. 5-4, Светлаков, дубль 87-го номера ЦСКА позволяет одержать победу и прервать эту серию из поражений. Давайте смотреть повтор этого момента. Выиграл борьбу за шайбу на синей линии, убежал 1-1 с Калнышем и хорошим броском притирку со штангой принес победу своей команде Андрей Светлаков. Ну что же, блестящий матч. Огромное спасибо участникам за этот великолепный хоккей. 5-4. ЦСКА побеждает Йокерит в овертайме.